Tere, häirekeskus kuuleb, mis juhtus. На Саше Ру Ихасану, где-то на седьмом километре, рейсовый автобус съехал с дороги и врезался в дерево. Пожалуйста, подойдите к автобусу и посмотрите, есть ли там пострадавшие. Да, секунду, сейчас выйду из машины. Посмотрю. В каком состоянии автобус? Нет ли дыма или огня? Нет, пока не дымит. Тут все-таки много пострадавших. И какие повреждения вы видите? Можете сказать? Пока не знаю. Сейчас зайду в автобус и посмотрю. А есть ли там люди без сознания? У одного тут перелом и один без сознания. Понятно. Не кладите трубку. Я сейчас соединю вас с нашим медиком, который будет вас консультировать. А пока скажите всем, что помощь уже в пути. В несчастном случае быстрое реагирование свидетеля может спасти жизни людей. Заметь и позаботься